ознакомиться с моими словами, я хочу представить. Боря, готовы? Борис Анухин. Свободен. Свободен, пожалуйста. Сразу, давай. Володя Белоусов. Мефи. Первое, где мы с ним встретились, это наш так называемый стройотряд, который Олег Чумаченко организовал в 75 году. Мы поехали в поселок Вортура, ну и он меня принял там в заборе Щеглова, когда он говорит: «О, привет, Борис, я Борис». Где Щеглов, Борис? Вот нас с тех пор многократно путают, даже в сегодняшний день меня очередной раз приняли за Щеглова. Но Щеглова иногда принимают за меня, как ни странно, хотя Галя Волкова, она говорит: «Ну вы совершенно не похожи». Тем не менее, факт. Он подумал, что я Щеглов. Но что самое интересное в этой жизни, что однажды вот этот товарищ привел на девятнашку, такая компания была с девятнашкой Тамары Комиссаровой, но та девятнашка проходила на квартире как раз Бориса Щеглова. А так уж получилось, что гостей принимал я. Он привел девушку, познакомился с девушкой. Девушка подумала, что я Борис Щеглов, и вышла за меня замуж. Вот какие у нас связи. То есть, что ты еще скажешь? Ну, Вань, мы тебя любим. Но она так и не поняла. Она хотела прийти сегодня, не смогла, потому что, ну, в общем, там у нас с тещей проблемы и так далее. Ладно, ну, я не бард, Володя.